Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня у нас пробуждение костюма Дару и не только, а также подведение итогов довольно вкусного розыгрыша, в котором, напомню, мы разыгрываем уже стандартные полноценные сиоли на месяц, а также главный приз — это глайдер Звездный Странник. Итак, напомню, что еще в самом начале, когда только в русской версии игры Arcade у нас ввели эти костюмы Дару, в первые дни, понятное дело, в шопе, через него я получил себе довольно не сразу так 12-ю эпоху костюма. Ну и при этом я еще оставил себе два костюмчика вот такие вот мифической эпохи, которые я тоже решил оставить. Практически каждый день я ходил на этот новый ивент, очень, конечно, интересный в кавычках. В 90% где-то, наверное, случаев я занимал первое место там. Кстати, чтобы занять первое место, как уже выяснилось позже, благоприятно влияет наличие каста у вас, особенно если ты кастовый мах и ты разогнал каст до 40%, то ты будешь кастить, собирать все там, всю эту руду, ресы значительно быстрее. А также влияет то, что если ты оденешь всякую ремесленную штуку на скорость. Плащики, шлемы, там, может быть, костюмчики. Насчет бафов я не знаю, но тоже, возможно, они влияют. Но я лично ничего из этого не использую, кроме как каста, соответственно, потому что я мах в каст. Но вы, конечно, в принципе, можете этими бафами, так называемыми, воспользоваться. И еще один момент, который я здесь же упомяну, то что особенно в начале, как я понимаю, был у некоторых игроков такой баг, и у меня в том числе два раза. Особенно в начале, сейчас его как-то нету, испарился этот баг, то что данный инстанс не заканчивался, и он шел-шел, и потом вас просто выкидывало без какой-либо награды. Как я понимаю, дело было в том, что некоторые игроки хватало в принципе одного. После появления портала они в него не заходили, не знаю, терялись каким-то макаром, пытались бежать к месту, куда всех телепортнуло, к этому лесовичку. Короче, они тратили вот некое время на это, и вот это время, видимо, как-то технически учитывалось, что событие как бы должно было уже начаться, но оно не начиналось. И поэтому вот такие моменты происходили. Сейчас под музыку вы увидите небольшую нарезку моих попыток пробудить данный костюм, сколько их вообще было. Ну и после того, как я его пробудил, я также попытался накопить на руну и попробовать ее в деле. И этот момент вы также увидите в нарезке. Здесь, как вы могли заметить, я подумал, может быть, как-то подойдут другие руны, но нет, они сюда не подходят. И в крафт тоже нужна только определенная руна. Насчет эффектов данных костюмов я не особо-то и парюсь, в принципе. Остальные же два костюма эпохи мифов тоже, наверное, буду позже когда-нибудь пробуждать. Но это не точно. Ну и далее, наверное, перейдем к более сладкому для некоторых игроков.
а именно к части подведения итогов розыгрыша. Далее вы также под музычку увидите момент определения победителей. 5 победителей забирают Сеоль на 1 месяц, и один победитель забирает самый главный приз — глайдер «Звездный странник». Основного победителя, тот, который забирает глайдер, я выберу после уже вот этой вот записи, которую я сейчас записываю. Тут все тоже довольно просто, я просто в рандомайзере выберу число от 1 до 6, и какое число упадет, тот по счету победитель и заберет глайдер. Кстати, напомню, что как и в предыдущих моих розыгрышах, так и в последующих, у меня на канале розыгрыши проходят по 2 правилам, про которые я говорю и в ролике, и также дублирую их в описании. Так что комментарии, которые не подходят под эти правила, не будут учитываться как комментарии, которые участвуют в розыгрыше. Данным 6 победителям, как всегда, нужно написать мне в ЛС ВК. И уже там я выдам вам вашу награду в виде пин-кода. Ну а те, кто не выиграл в этот раз, можете принять участие в следующих розыгрышах. Довольно скоро на канале у меня стартует еще один розыгрыш, где будем разыгрывать также Сеоли на целый месяц. Так что, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик.